Наши дорогие коллеги, сегодня продолжение, и у нас опять профессор У. В пятницу он улетает в Пекин на собрание. Он является очень большим человеком в провинции Хайнань, поэтому он летает на все такие вот... Я думаю, что это конференция, у них это называется собрание. Только что сейчас профессор У проверял ижичан. Сегодня у нас Виктория, переводчик до обеда. После обеда будет наша пассия. Говорю, потихоньку идет занятие. Изучаем приемы массажа. Профессор О на месте с нами. Вот такие вот книжки сделала наша компания «Союз школа массажа». И вот такая книжка, и все учим. И, соответственно, все наглядно всем знаний. Прием. И фа. Теоретическая часть. Школа Союй. Если